Глава 10. Тайна буфета. Все молчали. Первая заговорила Агафья. «Верхний мир? Что это такое? В горах? Я тоже живу не на земле, на дереве. Это верхний мир?» «Простите, Агафья», — ответил один из енотов. «Это, скорее всего, мистический взгляд на мироздание. Есть такие звери, мистики, йоги. Они отличаются такой точкой зрения от нас. Я читал их книги». «Да? Это йог-дракон пишет?» «Женщина, как я поняла». «Думаю, вы правы, дракониха, другу своему, может быть, даже мужу. Грустное письмо». «Соня, я сначала думала, что это ваша с братом шутка». «Полагаю, что ошибался. Не детское это письмо». «Мы не сочиняли. Что, мы не понимаем, что так не шутят? Вы же по важному делу приехали, это обман бы был». «Да, в любом случае, коллеги, в первую очередь надо снять копию с этой копии или волшебной копии и пойти в нашу палатку сравнить с нашей копией на драконьем языке. Если это точный перевод, мы на пороге великого открытия языка драконов. Алфавит мы с коллегой-енотом сможем составить по такому длинному тексту». «Согласен, коллега, но у нас еще одно дело. Надо будет вернуться с фотоаппаратом и сфотографировать все части и рисунки буфета. Даже взять пробу краски и древесины для анализа. Вы позволите, Агафья?» «Да, буфет я не отдам, а кусочек древесины с задней стенки можете соскоблить. Стив уже этим занимался. Ничего не узнал? Ну вы же специалисты». «Подождите, друзья», – заговорил волк Дима. «Я бы предложил следующее. Вы снимаете копию с оригинала или вашей копии и снова кладете в тот же ящик. И еще другие тексты на иностранных языках. Может быть, этот буфет переводчик? Чудо такое! Вдруг раньше умели такие делать?» Все разом заговорили. «Да, да, да, Дима, вы прямо уже готовый ученый!» – восхитился Артем. «Я даже подумать не успел, вы раз и все решили. И класть тексты в буфет будет Сонечка. Может, буфет волшебный? А может, у нас Сонечка волшебная? Как вы считаете?» «Сонечка очень даже волшебная», – обнял за плечи Соню Дима. «И Тим тоже. Они мои лучшие друзья. Знали бы вы, как я натерпелся от зайцев. Жизнь была не мила, а как познакомился с бельчатами, другая у меня жизнь началась со смыслом. Я себя нашел, так что она очень даже волшебная». Все заулыбались. Такой волк был искренний и счастливый. Артем быстро переписал письмо, и археологи засобирались к себе. Договорились, что кто-нибудь занесет Соне вечером тексты для эксперимента. Решили положить в буфет тексты на сутки для начала. Если результата не будет, тогда на неделю. Агафья посмеивалась, она была белкой-реалисткой. Волшебный буфет и мистические письмена казались ей шуткой. Посмеяться можно, но взрослые звери и серьезно занялись таким вопросом. Впрочем, археологи должны верить в сказку и мечту, иначе как будешь искать неизвестно где, неизвестно что? Но вслух она этого не произнесла. За сутки положенные в буфет Сони тексты не изменились. А вечером к внучке заглянула редкая гостья – Серафима. Она прилетела на своем вороне. Он к Агафье не пошел, предпочел навестить приятеля, живущего поблизости. Бабушка Серафима сидела на кухне, пила чай, когда Соня с Тимом вернулись от волка Димы, у которого снова собирались археологи, и на сей раз одни еноты, обсуждали особенности жизни драконов. Дима поднаторел на драконах так, что мог уже давать консультации, часами рассказывал, что он знал про драконов. Соня с Тимофеем с порога кухни побежали обниматься с бабушкой. Они ее не видели со своей каши. На празднике Серафима плавала с бельчатами в одной лодке. Вместе они слушали необыкновенный концерт. Соня запомнила слова Серафимы про кота Федора. «Обрати внимание, девочка, что на твоей каше играл оркестр под управлением мага. Ты не поймешь всего сейчас, но это обещает тебе много необычного в жизни. Я надеюсь, что жизнь подарит тебе это необычное, и ты окажешься достойной этого дара». Соня думала об этих словах, никому их не говорила, даже Тиму. Чувствовала, что эти слова только для нее.
Агафья, не суетись, я сыта. Хозяйка ты бесподобная, но все твои плюшки я не съем. Я уже не молодая, мне нужно следить за фигурой. А то располнею, как меня мой ворон катать будет, надорвется. Серафима улыбалась, она была, как всегда, необычно одета. Бирюзовое платье почти до пола с длинными рукавами. В ушах переливались серьги с бирюзовыми камешками, очень красивые. Так как Серафима не одевался никто, она была как заморская принцесса. Соня видела таких на картинках. Некоторым жителям леса платья Серафимы казались странными. Соня находила прабабушку красавицей. Как ей хотелось походить на нее. У Сони даже был дневник, в котором, кроме интересных впечатлений и снов, она зарисовывала красивые платья. Все платья, в которых она видела прабабушку, она зарисовала. «Сонечка, присядь, милая. Я вижу, что тебе нравится мое платье». «Очень, Серафима». «Отлично. Ты уже учишься шить себе платье?» «Нет, я только думала об этом и никому не говорила. Откуда ты узнала, что я этого хочу?» «Это не важно, милая. На днях я пришлю тебе книгу, в которой написано, как шить платье и маленькую швейную машинку. Это будет подарок от меня. Я тебе ничего не подарила на кашу». «Ой, прабабушка! Правда?» Соня бросилась обнимать Серафиму. «Присядь, Егоза! Да, я заехала не за этим, но это тоже важный вопрос. Я все платья себе шью сама». «Не может быть, такие красивые!» «Да, Сонечка, платье, сшитое самой, будет тебе полезно». «Полезно? Просто поверь, для тебя это будет правильно. А я хотела поговорить с тобой о вашем буфете, вернее, твоем». «Серафима, но буфет же мамин, почему он мой?» «А ты что-то знаешь про буфет?» «Серафима», — удивилась Агафья, — «буфет у меня стоит не один год. Я не против считать его Сониным, но почему ты мне ничего не рассказывала о нем?» «Агафья, то, что буфет передали тебе, не значит, что он твой, не обижайся. Это предмет необычный. Я сначала удивилась, что тебе его отдала прежняя хозяйка. Не поняла сразу, почему. Тебе он совсем не подходит». Но вышло, что она права была, недооценила я ее. Скромница такая, говорила мало, а видела много, выходит. Буфет этот необычный, как уже все заметили. Старше, чем мы можем себе представить, Агафья, намного старше. Принадлежал он известной жительнице нашего леса, бабе Яге. Как? Той самой вечно молодой кошке, которая источники наколдовала и в честь нее храм построили? Тим, да, той самой. Храм был не в ее честь, а ее богини. Она ее преданная была, да и осталась ей, я думаю. Преданная? Как это? Тим, это серьезный разговор. Мало кому из современных зверей это интересно. Время сейчас другое. Преданная – это значит, связь у нее была с той богиней, духовная. Она ей поклонялась, служила, храм поставила, поэтому чудеса ей были подвластны. Кто ей этот буфет изготовил, не скажу. Знаю, что владельцев он сменил немало. Храм разрушился за это время, а буфет, если не как новый, то вполне себе целый. И рисунки сохранились. Как такое может быть? Волшебство это. Мастер ли был волшебников, сама ли баба-яга его заколдовала, не знаю. Главное, буфет, кому бы его ни подарили или продали, выбирает хозяина сам, вернее хозяйку. Кого он не выберет, служить тому не будет. То есть обыкновенный шкаф для хранения останется, красивый, но не более того. Но для хозяйки, которую он выберет, он может сделать немало. Бабушка, что? Что он может сделать для Сони? Почему он ее выбрал? Потому что она девочка? Не перебивайте, Моша. Разумеется, буфет будет слушать не каждую девочку. Почему выбрал Соню, догадки имею, но оставлю их при себе. Рано об этом говорить. Все еще может сложиться иначе. Жизнь может обещать много, а дать мало. Или взять от жизни зверь решит мало. От нашей воли, ума, старания, доброты и честности все зависит. Будет у зверя честность, воля и доброта – хорошо. А нет, никакие обещания не сбудутся. Мечты и планы не исполнятся. Все в ничто превратится. Налей мне чаю еще, Агафья,
Плюшек не надо больше, а до чая я любительница, тем более он у тебя диво какой хороший. На что я сама мастерица травы заваривать, но твои чаи удивительные». Агафья вся расплылась в улыбке. Настолько приятно ей было, что сама Серафима ее чай хвалит. Пока наливала свежего чаю, Серафима продолжила. «Буфет этот тебе, девочка, будет служить. Если переедешь, я советую забрать его с собой». «Перееду? В новый дом? Это еще когда будет? После замужества? Не скоро?» «Все может быть. Ты знаешь, белки быстро взрослеют. Через год уже взрослая будешь». «Целый год!» «Время пролетит незаметно, Соня. С буфетом советую, не расставайся, хотя из зачарованного леса его увозить не стоит, оставь здесь. Да и не думаю я, что его увезти можно. Баба-яга его оставила неспроста. Может быть, сила этого буфета только в зачарованном лесу действует. Удивлюсь, если ошибаюсь, иначе давно бы он уже переехал». «А в чем его сила, бабушка? Он все желания исполняет, как волшебная палочка? Соня теперь волшебница?» «Нет, Тимоша, Соня не волшебница. И желания буфет выполняет не все, а только истинные». «Только те, что загадываешь?» «Нет, загадывать ничего не нужно. Соня же не просила и не загадывала, чтобы ей буфет раскрыл тайну драконьего письма, верно?» «Конечно, нет. Я даже не думала о таком. Вернее, я думала, как бы прочитать письмо. Наверное, об этом я и думала, когда письмо положила в буфет». «Думаю, да, милая. Может быть, даже вслух произнесла. Как тебе хочется узнать, что в письме? Это истинное желание было. Еще истинное означает, что это правильное желание и привести может к хорошему. Не принесет проблем ни тебе, ни другим зверям, ни лесу». «А разве исполнение желаний может проблему принести?» Тим сидел с удивленным выражением лица. «Еще как может, Тимоша. Большинство наших желаний именно такие, бездумные. Хочу и все. А что из этого выйдет, никто не думает. Эгоистические, злые, да просто глупые бывают желания. И если они все исполнятся, мир не выдержит. Сам подумай, обидел один зверь другого или огорчил, и вот уже обиженный желает зла обидчику. А обидчик может его папа родной, или брат, или друг. Да и обидеть не хотел. Разве такого не бывает?» «Думаю, что бывает, бабушка Серафима. То-то и оно. Или захочет бельчонок, чтобы мама вместо обеда одни конфеты ему давала. А разве это полезно будет? Только зубы заболят. Бельчонку расти надо, овощи и орехи каждый день есть. Это глупое желание будет. А эгоистическое? Да хоть такой пример. Понравится тебе белочка какая-нибудь? Ты еще не влюблен, Тимоша?» «Нет, конечно, вот еще». «Хорошо, ну представь, что понравилась тебе белочка. Ты кладешь ее фотографию в буфет и желаешь, чтобы она захотела с тобой дружить». «А что же здесь плохого и эгоистичного? Я с Леней дружу, а он со мной и с Соней». «Верно, Тимоша. Но Леня сам решил, что ему интересно и хорошо с вами. Вы его не заколдовали, на волю его не влияли. Может быть, я рано тебе такой пример привела?» «Да нет, бабушка Серафима, я все понял. Я тоже бы не хотел, чтобы мою фотографию в волшебный буфет клали. Мало ли, какой я после этого стану. Безвольный, слабый или несмелый». Все рассмеялись. «Я рада, что ты правильно понял, Тимоша. Есть желания хорошие, всем добро приносящие, истинные желания. А есть те, которым лучше не сбываться. Подождать, пока хозяин желания поумнеет или злость его пройдет. Добрее станет, человечнее. Больше о других станет думать, не только о своих желаниях. Тогда у него истинные желания и появятся». «Здорово, бабушка, это очень умный буфет». «Верно, Соня, это вещь уникальная. Не удивлюсь, если сама богиня-кошка его такой силой наделила. Тонко действует, даже мастеру-волшебнику сложно такой предмет изготовить. Богине такое под силу, конечно. Это я и хотела рассказать тебе, Соня. Знай, какие возможности у тебя сейчас есть. Действуй во благо себе и лесу. Не считай, что это дар, только твой. Как любой твой талант, волшебный предмет – это дар. Относись с уважением и пониманием, что дар служит тебе. Но, возможно, даже больше зверь, у которого дар или талант, должен служить дару.
трудиться для него и беречь, не лениться, не забывать о нем, знать, что его таланту требуется, что ему полезно будет, а что нет, и хранить, и растить, как заботливая и любящая мама растит ребенка. Она не для себя ребенка растит, не ей он принадлежит. Ребенок ей поручен, доверен, чтобы она питала его молоком, чистой и полезной пищей, будь то пища для тела и для духа. А какая бывает духовная пища, бабушка? Чтобы ребенка окружала красота, дом был чистый и уютный, добрые и умные друзья дома, хорошие товарищи, книги добрые, музыка прекрасная. Какую мы на каше слушали? Музыка на вашей каше была не просто прекрасная. Силу таланта кот Теодор развил и вырастил такую, что сейчас его музыка может изменить судьбу зверя. Сделать из несчастного, потерявшегося, мудрого и счастливого, вернуть на путь, на истинную дорогу, лучше не скажешь, Сонечка. Да, на его истинную дорогу, на путь сердца. Это когда зверь чувствует, что все правильно делает. Счастье и покой такая жизнь приносит. Всегда такой зверь приветливый, веселый, глаза у него сияют. Это значит, что у его жизни есть сердце. Правильный выбор в жизни сделал, истинный. А можно неправильный выбор сделать? Бывает такое, Тимоша. Тогда исправлять надо, возвращаться на свой путь. Но только слушать сердце. И на сей раз внимательней, и быть с теми, чей совет тебе добро приносит, а не тех, кто тебе не друг и свои цели преследуют, некрасивые. Если зверь искренне хочет, он всегда на путь сердца вернуться сможет. Может быть, не сразу, но сможет. Талант или дар – это и есть путь сердца. И тебе, Соня, сегодня дар вручили. Это не просто игрушка и радость, а служение. Ты сейчас хранительница буфета, и желания с этих пор у тебя должны быть умные, добрые, такие, от которых у тебя в душе бабочки порхают и птицы поют. У меня не бабочки, у меня, когда я счастлива, стрекозы танцуют в душе, как в балете. Верно, Соня, это именно то чувство, спутать его невозможно, как чудесный танец стрекоз. А я справлюсь? Я же могу ошибаться. Конечно, справишься, милая, раз буфет тебя признал. А ошибки у всех бывают. Буфет их исправит. Неистинное желание он не исполнит. Но твоя ответственность тоже велика. Тебе дару служить. И тогда все у тебя в жизни будет, если не легко и просто, то радостно и из сердца. Живи просто, не придумывай лишнего. Учись, люби жизнь. Будь искренней, естественной, будь собой. Не пытайся изображать себя слишком доброй или правильной. Всех надо уважать, со всеми быть вежливой, не расстраивать зверей, не причинять боль. Желания свои лучше обдумывай. Что будет, если они исполнятся, принесут ли радость? Но слишком много не рассуждай. Так можно никогда жить не начать, только думай, думать и сомневаться. Обычно самое первое твое желание, первый порыв, он и есть самый правильный, искренний и истинный. А если порыв уму отдать, размышлениям и сомнениям, желание потерять можно. Порыв и силу на исполнение этого желания и ни с чем остаться. Сразу этому научиться сложно. Это целая наука жизни – понимать себя. Уметь отличать верное и истинное от наносного и глупого. Не все за жизнь учатся, но шанс дается всем. Учитесь, мои родные, живите, радуйте, слушайте голос своих сердец, от которого расцветет не только ваша жизнь, но и жизнь всех, с кем вас судьба сведет. И лучи вашего счастья протянутся по всему лесу, и весь зачарованный лес засияет другими красками и наполнится светом и добром, а источник этого счастья у каждого в сердце. Все без исключения держат ключ от дверей счастья для всего зачарованного леса. И только наш с вами выбор в радость, в счастье, в рост добра и любви или в сомнение, мрак и печаль. Только мы выбираем каждое мгновение жизни. Следующая минута жизни зависит от того, в каком душевном состоянии ты проживаешь текущее мгновение. Если плачешь и убиваешься, расстелил перед собой дорогу печали, и лучи печали начнут расходиться от тебя и затемняя взрослых и маленьких.
На всех наши лучи влияют. И много душевных сил требуется, чтобы из печали и мрака выйти на путь радости. И главные противники света и добра – это сомнение и печаль. Мы думаем, что у нас есть право печалиться. Грустно мне, буду печалиться. А это самый большой эгоизм, и вред себе и окружающим есть. Нет у нас такого права. Как же так, бабушка Серафима, если мне грустно, я не имею права грустить? Не имеешь, Тимоша. Если ты очень маленький и глупый бельчонок, тогда да. А ты уже кашу отметил, друзей и знакомых завел, с соседями каждый день видишься. Нет больше у тебя такого права. Когда ты печали поддаешься, плачешь, ты всегда о себе плачешь, себя жалеешь. А себя надо не жалеть, а ценить и уважать, и хотеть быть счастливым, чтобы все вокруг счастливыми стали. А еще что важно, бабушка? Самое вредное после печали, и даже наравне с печалью, это страхи. Бояться? Нельзя бояться. Ум не в том, чтобы бояться, а чтобы вести себя согласно с обстоятельствами. В дождик резиновые сапоги надеть, а не сидеть дома в страхе вымокнуть. Страх – настоящее зло. Только дай ему проникнуть в тебя. Он зверя изнутри съест, всю жизнь ему отравит. Не жизнь это будет, а жалкое существование. И ничто так быстро не распространяется, не расползается липким, ослабляющим, ворующим радость жизнь, как лучи страха. Все может страх погубить, все отнять, саму жизнь. Серафима, да как не бояться-то? За детей, например, я всегда волнуюсь. Если Соню с Тимошей задерживаются, позже возвращаются, чем обещали. Я же мама. Нет, Агафья, не соглашусь с тобой. Неестественных страх твой. Это и есть эгоизм. Дети не твои собственные, тебе их поручили. Ты, конечно, отвечаешь за них, пока они маленькие. Растишь, говоришь им, когда им лучше вернуться домой. Но бояться за них ты права не имеешь. Это и тебя отравляет, и им мешает. Если они действительно в опасности, то твое волнение им не поможет, ослабит только. Доверяй жизни, учись быть мамой. Это нелегкая задача. Это жестоко, Серафима, и тяжело выполнить. Страх сам в меня в такие минуты заползает. Верно, Агафья, страх именно в тебя заползает, а ты на посту должна стоять. Тебе решать, чем ты себя как сосуд заполнишь – страхами, отравой или силой, любовью и доверием к жизни. И из этой минуты страха или силы ты следующую проживать будешь. Из минуты страха ничего хорошего не родится, а из минуты силы и доверия – еще большая сила и доверие. Так постепенно отучишься бояться. Будешь знать вкус горького напитка и сладкого. Горести и печали, злобы на детей, что опаздывают, или радости за них, что интересно проводят время, и о часах забыли. Каждый из нас кузнец своего счастья, радости, как и счастья и радости близких. Бельчата притихли, даже Агафья редко, когда сидевшая на кухне, села и призадумалась. Понимала она, что бабушка Серафима права, и решила для себя дальше так жить, из радости. И Соня для себя решила, что больше обид не будет, а о своей ответственности за дар она подумает позже. Было над чем подумать. А Тимофей подумал, что и раньше ему чувство страха неприятно было. Правильно бабушка Серафима его липким назвала. Оно и есть такое липкое и противное. Больше он бояться никогда не будет. Гнать от себя страх нужно, бороться за себя, за свою радость и за то, чтобы лучи этой радости шли от него во все стороны, как солнышко. Важный это был вечер для всех. Бабушка Серафима обняла любимых правнуков, поцеловала Агафью, подмигнула незаметно для остальных Соне и улетела на своем вороне, который поджидал ее, сидя у домика Агафьи на ветке.